Ну, мы приходили, нас трижды Сколково послало, и там привет Альберту Ефимову, который говорил, ну, ребят, у нас денег сейчас нет, но вы молодцы, вы держитесь. Ну, ему понравилась эта фраза, он там про копирайт забыл поставить. Ну, на мой взгляд, это мерзко, потому что, ну, вы либо поддерживаете, либо вы говорите, что вы не поддерживаете, а говорить, что приходи ко мне сегодня вечером, у нас все будет хорошо, возьми шампанское, ты приходишь, а тебе говорят, ну, родители приехали. Вот примерно такая ситуация, поэтому... Не знаю, я вот я на мировом поле, вообще говоря, российских технологий не вижу. Простой кейс. Вот мы делаем лазеры, нам нужно там большое количество комплектующих. В России нет ничего. Мы делаем роботов, нужно большое количество комплектующих. Там 3D-камеры, там микропроцессоры, там Bluetooth, там Wi-Fi. Нет ничего. Понимаете, то, что вот говорят по телевизору и по, наверное, где-то в каких-то областях, там, военных, может быть, и то...